Всем привет! Снимаем распаковку вот такой микроигрушки. Лол Сюрприз. Tiny Toys. Крошки. Вот она, наша крошка. Ну, вскрываем, смотрим, что там внутри. Вот что у нас внутри вот этой маленькой коробочки. Вот такая большая инструкция. Вот здесь по сборке этого автобуса. Ну, чтобы его собрать, надо очень много купить таких коробочек. Потому что тут деталей вот сколько. 18, что ли. И таких еще и 4 надо. У нас здесь какая деталь? Номер 14. То есть вот это. Так. Здесь теперь вот как собирать, когда уже есть все детали, конкретно что с чем, номера написаны, чтобы не перепутать. Вот, щоб встановити колеса, необхідні деякі зусилля. Угу. И после встановлення коліс їх не можна буде зняти. То есть, если вы уже собрали этот автобус, все, колеса навсегда. С задней стороны. Зміна кольору. Колір почне змінюватись приблизно за температури 15 градусів Цельсія. Але найкращий результат можна отримати, якщо воду охолодити за допомогою льоду. Приблизно до нуля або нижче. Тобто, зимой, як зараз, от можна отримати цей результат. Далі. Перуки тільки деяких крихіток змінюватимуть колір у холодній воді або за допомогою сонячного світла. Тобто, не всі от ці от. Причесочки малышек будут менять цвет. Ультрафиолетовый свет тоже будет менять цвет некоторых этих крошек, так же, как и солнечный. Так, для того, чтобы повернуть початковый колер крихитки, приберите из прямых солнечных променев. Вот, когда она полежит без солнца, цвет восстановится. Вот. Так. От погодних условий тоже может меняться цвет. Эффект зміни кольору має тривалий, але обмежений термін дії. Ну, то есть постепенно он будет возвращаться к первоначальному цвету, если положить просто в комнате, допустим, в теплой. И вот здесь вот все расписано, что нужно сделать. Что взрослые должны помогать детям, когда ребенок играет с водой. Вот, что можно делать, что нельзя. Нельзя сгинать, там, не сгинайте и не повертайте голову, это тело крихитки. Как нужно держать. В общем, все расписано. Подробнейшая инструкция. Вот сама эта крихитка. Видите, тут показано солнечные лучи, когда будут светить ей на прическу, будет меняться цвет волос. И вот здесь, как будет меняться в воде. Вот видите, была такая, стала такая. Вот. И что тут есть, значит? Крихитка, змінна перука и одна частина вот этого автобуса. Демонстрационный стенд. Вот. У нас вот что есть. Сейчас посмотрим еще. Ну вот, смотрите, вот в таких пакетиках шелестящих были у нас часть автобуса. Вот такая. И малышка. Вот такая малышка. Прекрасно. Приобретайте такие наборчики. Очень милые крошки. Мы поместили в воду. Сейчас посмотрим, будет менять цвет или нет.
Перука. Написано, что не все меняет. У нас, наверное, попалась такая, которая не меняет цвет. Ну что ж, будем надеяться, что другая куколка будет менять цвет своих волос. Это у нас с постоянным цветом. Всем спасибо за внимание. В общем, с водой у нас не получилось. А вот когда мы посветили на малышку фонарем, вот прическа у нее теперь светится. Зарядилась. Вот, смотрите. Так. Светим на нее. И вот, видите, что получается. Какая красота. Вот такая куколка. Очень интересная. Покупайте. Для ребенка это будет очень забавно.